Bună dimineața! Chiar am vrut să văd la ce oră veniți. Iată, chiar să mă uit acum. 7:56, bravo, domn Viorica. Văd că noi avem treabă la bălți. Dar zic, la ce oră s-a primit? La aceea venim la fără vreo 10:15 să vedem care și la cât vin. Văd că angajatele au venit aproape toate. Bravo! Așa că, da. Am mai, pe drum m-a mai întrebat lumea. O să vă spun, acolo trebuie de ajutat o doamnă cu 5 copii. Așa, la intrare. E imposibil să nu fie ajutat. Trebuie să da, da, s-a plâns, s-a spus că la este care nasc 5 copii nu se uită nimeni, dar la este la ante mai scurtă. Nu e corect, trebuie să vedem. Da, da, da. E imposibil să nu primească ajutor social doamna care are 5 copii. Este o prezentată, îți vede filmuleț pe urmă. Da, bine. Bun, vă dorim o zi frumoasă. Și dumneavoastră o zi frumoasă. Da, fiți sănătoasă. Доброе утро. Что вы скажете про вашу примарицу? Я не могу сказать. И неплохая, и нехорошая. И нехорошая, да? Нехорошая и неплохая. А какие ожидания ждали от нее и не получилось? Что-то не выполнила на план или... Молодежь не отвечает за это. Те уже пенсионеры не знают, что отвечать. Ага, ага. Как вас зовут? Мария. Мария. А вас? Мы так не сталкивались, чтобы... Мы каждый день ходим на работу, и я редко, когда в ней бываю, так что я не могу ничего сказать. Что, как. Зачем мы пойдем до неї? Да. Конечно, и третью, которая меня узнала, дон Лариса. Не надо. Не надо. Значит, плохое хотели сказать. Не-не, так плохие. Писалися над дровами, зараз недавно, не знаю, будут или нет. А какие так ожидания? Ну, вот да, чтобы сделал. На хорошее, не на плохое. Ага. Сейчас у вас храм, по-моему, скоро. 14 октября. 14-го, да? Да? Ага. У нас ожидания такие, что семьи есть такие, что по 5 детей имеют в хате. И дают им помощь. Сегодня приняла вас, сделала дитину, завтра другого. У нас мать одиночка. Її дають. А та, що ходить кожен день десь на роботу, як є робота, і лишилася з двома дітьми, то ніхто 10 копійок не дає. От так. Правильно, я примариха. Правильно. Ти ж примариха. Я добавлю ще одне, що раніше давали ці помощі, тільки хто без глаз, без рук, без ног, а зараз всім дають, покупайте. Мать одиночка, вона зробила... Сьогодні приймала, з одним переспала, завтра з другим. Її, вона має 5 дітей, її дають продукти, її дають гроші. Завтра знову зробить, до 10 дітей буде робити, бо її закон має. Ну, з одної сторони, хорошо, що розмножається. Да, якщо б з одним, а не з 10. Ага. Раніше такого не було при Союзі. Що Лариса голову поклали? Хочете на це дивитися? Думаю, що сказати. Нема тої, що виступала зараз, що мої дочки дали, та мої дочки дали. А моя де? У тій капарі є, що я з двома дітьми, без чоловіка, і росте сама, і ніхто 10 копійок не дає. Що, немає відті примарека, немає відті відділити у цю ніщету, що я обіцяю, що вона прийде вам з чим-то. Прийде. От, посмотрите. Спасибо. Какая примарица у вас в селі? Можете характеризувати її? Ну, у нас в селі Берлинці, Бричанського району, Республіки Молдова, примарем была избрана, и в настоящее время есть Олейник Виорика Трофимовна. Это человек замечательной души, трудолюбива, понимающая свое дело, понимающая людей, их души. И когда была предвыборная кампания, я, конечно, вела борьбу за этого человека. Хотя меня некоторые упрекали, мол, что есть многие другие кандидатуры. Но я была уверена, что этот человек, эта женщина поведет за собой всех жителей села. Она очень умна, трудолюбива, компетентна, исполняющая свои обязанности от и до, как можно больше.
Какие пожелания от нее еще так? Так, сейчас еще хочу сказать то. Это замечательная женщина, замечательная жена, мать своих детей и, можно сказать, мать всех жителей нашего села. Я хочу пожелать ей здоровья. Прежде всего, здоровья, мирного неба, как в республике, как в мире, так в семье, так и в душе. И пусть Господь дарует радость и спасение души. Матерь Божья помогает назначенный крест ей по жизни нести. Здоровья, любви, взаимопонимания всех-всех земных благ. Чего может пожелать мать своим детям? Desigur, este foarte mult de arătat ce a făcut această primăriță, doamna Viorica. A făcut ca un orășel aici, în Berlinț. Să intrăm aici, în casa de nunți, mini-market, să vedem ce ori spune domnul de aici. Хорошая или плохая она? Хорошая, ну а как, знаете, как, ну этот кустик хороший или плохой? Хорошая, работает много лет уже, все, что. Но на камеру что я буду? Я не любитель на камеру. Знаете что? Я проработал 14 лет примарем. И, а здесь? Да. И если один раз в жизни я имел несчастье общаться с корреспондентом. И потом он такое написал, да? Что мне пришлось его чуть ли не ловить по бричанам и лупить. Да, вы что? Да. И с тех пор я не хочу, потому что каждое слово можно вырезать, пронять, ну, да. Фотографию подлепить. И мне было потом так стыдно перед своими людьми, что я не мог отмыться долгое время. Он там изменил несколько слов и написал еще статью. Не фильм, а статью. И получилось... Со слов примаря такого-то вот что. И он но так это рассказал. Не я. Я не говорю о вас. И с тех пор я решил с этим делом лучше не связываться. Я вас понял. Извините, честно. Хорошо. Не из-за можно? Того, что я не хочу. Я, если собрание, если какое-то выступление, я ее поддерживал, когда она на выборы шла, то и так далее. Во многом. Но участвовать вот в таких делах я с тех пор себе сказал, что я не буду. Извините, честно вам хорошо говорю. Хорошо, спасибо. Ну, я так... Я просто... И ремонт надо. Ну, что делать? Ну, например, свадьба сколько обходится? 100 тысяч? Больше? В селе? Да. А сейчас кто делает большие свадьбы? А я не... Хорошо. И красиво теперь разъезжают, все так радуются, что у нас площадка есть. А претензии, так пожелания какие-то? Вот скоро у вас день села. Ну, надо день села тут тоже делать, батуты ставят. Да. 1 июня всем мороженое раздавали, бананы там. Ого. Да, да. И сделала делов. Сколько оно примари, и парк там, и тут сделала, имеет где молодежь. И вообще людей спрашивать, что, как дела, где по дороге, что помочь. Это вообще, это золотой человек. Мы, чтобы она еще нам было и было, чтобы было. Угу. Так что ничего плохого за нее не можно сказать. Это человек. А мы хотели, может, плохое что-то. Ну что сказать плохое, если нечего сказать плохое. Засадик, детки, чтоб были, чтобы было питание, чтоб все, у меня внучка ходит. Это вообще там, ну я говорю, что мусор, кладбище, это везде она успевает, везде до каждого. Кто не может, там какой-то человек больной или что, дать ему персонального этого соцработника. Это вообще, я говорю, что плохого не могу ничего сказать. Что сказать, если очень хороший человек. Так что... Спасибо. Давайте, будьте здоровы, чтобы она нам хорошая была, здоровая. Спасибо. Пару слов насчет примарицы. Хорошая, плохая? Она очень хорошая и старается для села.
и помогает ей. Достойно и Майвыше. Достойно и Майвыше. Ну, конечно. Отпускайте села, если ее выберут. Ну, я знаю, не знаю. Не знаю. Мало ее знаете ли? Ну, вообще, почти не знаю. Ага. Не бачу ни разу. Недавно приехали, да? Я давно приехал. Ага, но ни разу не встречались, да? Нет. Вот у коров, я знаю, каких у них планы. У нас свои планы, у них свои планы. Не, вы хотели так, чтобы выполнила? Ну, пока все нормально, что я буду загадывать. Как получится, так и будет. Что-то отдельно не хотите, чтобы она для вас сделала? Пока нет. Если надо, мы обращаемся. Да, да, да. Все нормально. Это слава богу. Садик уже сделали. В этом году. Ну, короче, обиды нет, нормально. Супер. Все, слава спасибо. Богу. Немає недостатків. Ця жінка немає. Ага. Делает только для людей или... А? Делает только для людей или для себя? Не, вона більше для людей делает. Може для себя и якусь мелочь, а більше для людей. Дуже хороший. Дуже. Це золотой чоловік. Урмариц или визуня вам Шилибер. Ла скандал у бородаті. Фачем дин скандал о примавари.